темноте оживают звуки, заполняя пространство от сцены до купола манежа. Его величество – звук, главное действующее лицо. Под масками лица артистов труппы, играющих спектакль «Ветер». Уникальную постановку не на театральной сцене, а в цирковом манеже знаменитого золотого цирка Юрия Никулина. Такой опыт в истории мирового театра уникален, и этим летом шедевр поселился в Анапе. Танцоры, актеры и музыканты театра «Сатира» оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, лидер труппы Георгий Бердзанишвили, балетмейстер, режиссер и педагог, обладающий уникальным талантом рассмотреть в каждой обычной вещи музыкальный инструмент и применить для выражения чувств и эмоций так гармонически и изящно. Когда мы стали думать о том, а про что же мы будем ставить и как это будет, поскольку музыка была специально написана для вот этих вот разных бутылок, трубочек, труб и так далее, и вдруг просто, ну, как бывает, случайно в руки попадается эта притча Джуанзы, старого буддийского мудреца, о том, что все вещи звучат, у них есть свой голос и так далее, и так далее. Если ты научишься это слышать, то, в общем, музыка жизни, вот она. Этот тезис взяли и, попробовали каждую из мелодий Вити поставить в соответствие какой-нибудь из человеческих состояний разных. Ну, каких состояний? Конечно, состояний разных ипостасей любви, конечно же. Профессия бухгалтера в обычном понимании точная, не творческая, зазвучала под руководством мастера иначе. И даже самые капризные высокомерные фарфоровые куклы, оживая, поддаются магии звука. Канализационные трубы – это мы потом проверим точность догадки с глухим и глубоким основательным звуком. В роли барабанных палочек – самые обыкновенные домашние тапочки. Банки, бутылки, камни, палки, палочки и спичечные коробки. Музыку извлекают из всего. Играют страсть, влюбленность, флирт, нежность, мечту и одиночество. Все то, что мы называем любовь. В уникальном спектакле уникальный участник – тибетская чаша. Древний музыкальный инструмент используют для медитации на Востоке. В результате трения по краям чаши рождается продолжительность. Поющий звук, наполненный обертонами. И на раскрытой ладони чувствуется, звук в чаше вибрирует. Вот так можно почувствовать звук. И после спектакля на выходе мир воспринимается иначе. Чувства приходят через звуки. Увидеть звук и почувствовать его магию можно в Анапе каждую среду и пятницу в 21 час на манеже цирка Юрия Никулина.